Здорово, народ, с вами Макс, и сегодня я хочу поговорить о том, что я замутил вот такие вот пуговки. Я их в дальнейшем покажу. Эти пуговки на 17 век, так как у нас скоро пройдет фестиваль, и как бы народ начинает закупать все это дело, ну то есть сукно, материал для пошива, делать оружие. Вот я в прошлом выпуске сделал бердыш, значит, и вот закупились пряжками, ремнями. Многие купили пуговицы, так как цена вот такой пуговки, которую я замутил, вот такой вот пуговки стоит 80 рублей. Я в дальнейшем покажу. Сейчас я получше. Вот такая пуговка. Она ничем не отличается от оригинала. Оригинал я просто сдал. Вот, я себе сделал 6 пуговиц. Вот. Значит, эти пуговицы отливались, а я замутил это все слесарным способом. То есть я в дальнейшем покажу все, как этот процесс делался. Для этого нам вообще понадобится всего лишь болгарка, если есть, конечно, она немножечко облегчит работу, и дрель. Больше особо ничего, приблуд никаких тут и не нужно. Ну, наждак, надфиль, и еще мне с черметом остался вот такой вот прут, латуневый пруток, вот латуневый, и из него я, в принципе, еще могу себе наделать таких пуговиц куча. Я, значит, сделал их 6 штук пока 6 штук, потому что буду делать кафтан там какого-то морехода, там торговца какого-то, мореплавателя. Вот. И было в описании написано, что использовалось от 6 до 16 штук. Это все зависит от количества разговоров, которые хочет себе человек сделать. Но пока на данный момент я буду делать именно пока 6. Может быть, в дальнейшем я и побольше их сделаю. В принципе, процесс несложный. Я его покажу в самом ролике. Вот, уже посмотрите, как говорится. Опять, все зависит от того, у кого есть деньги на данный момент, тот может себе купить вполне литье. У кого нет, может слесарным способом, так сказать, изготовить весь этот процесс сам. В принципе, занимает это недолго по времени. Первая моя пуговица, которую я сделал, вот эту вот, заняла у меня 2 часа. Я просто вечером сел, думал, да, попробовать. И где-то 2 дня еще, я еще 2 сделал. А сегодня вообще за 2 часа, где-то даже за, ну, в районе там 1:40, вот, я сделал 3 штуки уже. То есть я приловчился, приноровился и уже бахнул. По количеству можно сделать и больше, то есть это все зависит от желания каждого. Ну а так, в целом, что хочу сказать. Значит, я почему именно не купил литье? Потому что у меня, во-первых, сейчас нет денег, полетела камера, сломалась. Вот, снимаю ролики вот пока в таком режиме. На все бабла не хватает, и как бы жаловаться не хочу, а по факту сказать, вот так вот и есть. И закупать все подряд у меня нет возможности. И пришлось именно делать, слесарить таким вот кустарным методом. Но они, если честно, ничем не отличаются от оригинала, ничем от литейных. Чуть-чуть только, да, что будет. Потому что все я вымерял штангенциркулем. Все размеры, то есть, и полигончику болгаркой скруглял, снимал грубые обработки, потом дрель вставлял вот в эту штуку, у меня держак такой есть, ну как получается, как маленький токарный станочек, и над филечком все это дело выправлял, и потом дополировал, высверливал отверстие, и все это доводил уже до, как говорится, идеала. В принципе, если нету болгарки, есть только одна дрель, можно справиться одной дрелью. Просто это займет дольше времени, по большому счету. А в целом процесс он такой же и останется. Ну, в принципе, смотрите ролик. Я сейчас покажу, уже освещу сам вот эти вот пуговки. Вот. Я их вот тут пытался примастерить, чтобы показать как-то. Вот. Они все одинаковые. Вот. 6 штук я себе пока сделал. Смотрите ролик и делайте выводы. Кому нравится, пожалуйста, делайте сами. Может быть, кто не успевает заказать литье, может быть, у кого нет литейки, можно сделать это все, в принципе, вот на этой штуке. Вот на этой. Ладно, все, смотрите. В дальнейшем покажу все.